Это у нас оригинальная FT4 Pro, 22 она стоит. Мне тоже не особо данное все интересно. Я бы вообще с удовольствием дошел бы до каких-нибудь топовых верхних коньков. То есть также участие, к примеру, там, да, там 300 рублей, и у тебя есть возможность выиграть коньки там FT6 Pro, которые уже переваливают за 100 тысяч рублей. 23 февраля. А тут ты можешь поучаствовать в розыгрыше за, там, вот, например, 300 рублей. Ну, прикольно же. В общем, котле там 50, 60, 70, 100, 200, 300, лям, 2 денег. И на них мы покупаем, к примеру, там 20 разных позиций. Спортсмены, всем здрасте. Данный ролик выйдет 20 января, 21 у нас каналу ровно 5 лет, пятак. Работали как надо, очень много роликов, очень много вложено денег, сил, нерв, проехали мы немало городов, побывали в разных местах, уголках России, там, где волки боятся садиться и так далее. Итак, у меня была идея на пятилетие, когда уже будет 10 тысяч подписчиков, сделать такую историю. Розыгрыш, например, клюшки или крак, коньков, неважно чего. Приобретаем условно билет, к примеру, 300 рублей, и ты становишься участником. Ты можешь приобрести один билет, 2, 3, 4, это не важно. Чем больше ты приобрел, тем больше шансов, естественно, выиграть. Я как раз ждал 10 тысяч пятилетия и думал данное запустить, потому что, например, если я буду разыгрывать клюшку, это у нас оригинальная FT4 Pro, 22 она стоит, и по 300 рублей с человека, да, розыгрыш, то есть ты можешь ее получить за 300 рублей, поучаствует 10 человек, это 3000, то есть я сильно ухожу в минус. Мне тоже не особо данное все интересно, поэтому хочется попробовать, но не понимаешь, как оно и что оно. Если, например, она стоит 22, а перевели там условно на 30 тысяч, то вот эта разница 8 тысяч, она идет в копилку. Ну, как я себе видел, следующий розыгрыш, к примеру, краги, да, там топовый матч от Баура, Макс, Мах, кто как говорит, там, например, тоже какая-то сверху дельта получилась, мы ее тоже в общий котел. И потом, к примеру, к Новому году, в общем, котле там 50, 60, 70, 100, 200, 300, лям, 2 денег, и на них мы покупаем, к примеру, там 20 разных позиций. И все, вот эти 20 позиций мы в конце года разыгрываем, как предновогодняя история. Ну, что-то такое. Вот. И поскольку с клюшкой Prime у нас сложилась такая история, что никто ее по итогу не забрал. Хотя мы ее разыграли полгода. Плюс-минус два розыгрыша было, два победителя, никто не связался. Ну и ладно. В комментариях мы прикрепим, мне понравился данный комментарий, когда человек предложил просто аукцион, один шаг 100 рублей. Это интересно, но, как он сказал, скорее всего, сумма будет небольшая, поэтому много не получится. А так бы деньги пошли, например, на тот же подарок детям, да, какой-то, можно что-то придумать. Либо, например, там, как проголосуете, там, животным можно привезти корма купить. Все что угодно. Был бы такой гель, намазал и забил. Гели Тафгай сделаны своими для своих. У меня видение следующее. Давайте прокатаем эту историю. Если она пойдет,
дальше больше, я бы вообще с удовольствием дошел бы до каких-нибудь топовых верхних коньков. То есть также участие, к примеру, там, да, там 300 рублей, и у тебя есть возможность выиграть коньки там FT6 Pro, которые уже переваливают за 100 тысяч рублей. Размер и полноту выбираешь самостоятельно. Круто, круто. То есть 300 рублей и коньки за сотку с копейками. Вот. Я просто в таких моментах по другим розыгрышам участвовал. Ну, интересно. Итак, ближе к теме, ближе к телу. Клюшка Prime Limited, 85 Flex, левая. Что я предлагаю? Участие стоит 100 рублей. 100 рублей это сколько там? Чашки чая, наверное, кофе и то уже дороже. Закреплен мой номер телефона. К нему привязаны, вот здесь внимательно, Сбербанк и Тинькофф. Другие нет. Переводим 100 рублей. Делаем скрин. Отправляем мне WhatsApp, Viber, Telegram. Что вам удобно. Скрин и свое имя, фамилия. В ВК и в Инстаграме у нас будет список. То есть первый номер Иван Иванов, второй Петр Петров, третий и так далее. Собирается 5, 10, 20, 30, 100 человек. Я не знаю. Вот сейчас мы и прокатаем, посмотрим. Розыгрыш будет, давайте сделаем 23 февраля. Как раз прекрасный праздник. Оператор кивает головой Дарья, что да, приеду на съемки. Вот. И 23 февраля условно ты можешь данную клюшку получить за 100 рублей. Хочешь, переведи 2 раза по 100, 3 раза. У тебя, соответственно, больше шансов. Скачиваем, как всегда, программу, вбиваем все цифры, сколько количество человек, и разыгрываем. Выпадает номер 6, смотрим, 6, тот-то, тот-то. Поздравляем, с город такого-то отправляем. Потом с него видео о том, что он получил. Вот, поэтому это у нас пробный вариант. В дальнейшем, конечно, мне хотелось бы дойти до более серьезных, там, например, шлем разыгрывать. Ну, я не вижу смысла, потому что это все индивидуально, и все-таки надо мерить, не каждому подойдет. А клюшки, это расходник, краги, это расходник. Тебя, например, жаба душит купить верхнюю какую-то модель, которая уже за 20 тысяч перевалила. А тут ты можешь поучаствовать в розыгрыше за, там, вот, например, 300 рублей. Ну, прикольно же получить краги. Как я вижу, да. Меньше слов, больше дела. Работаем, спортсмены. Итак, клюшка Prime, 23 февраля розыгрыш, 20 февраля, января, выходит данный ролик. С 21 мы запускаем эту историю. На номер телефона перевод 100 рублей, и ты в розыгрыше. Обязательно скрин на WhatsApp, Viber, Telegram, куда угодно, имя, фамилия, и ты в игре. Победитель забирает все. Играй в хоккей. Хоккей для всех. Большой выбор новой ИБУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».